Всем привет, ребята, с вами я, Йога-Кролл-888. И сегодня я хочу вам показать нашу дорогу и заброшенный склад, ребята. Ну, такой, покажем, ну-ка, нашу дорогу сначала. Вот. Вот, ребята, поставьте... Кстати, ребята, всем привет, с вами я, Контендер. Да, ребята, давайте наберем 11 лайков. Я сниму еще один челлендж. А че? Ну, это, кстати, не челлендж даже. Ну и челлендж. Ребята, а мы погнали! Вот, ребят, поехали. Так, мне нужно быть немножко поосторожнее, потому что камера у меня. Так. Так, ребята, давай камеру. Ну ты же должен по лужам прокатиться. А, ну да, да. Ребят, по лужам прям сейчас покатается. У него же колеса как у внедорожника. Ну да, у меня колеса так будет. Блин, одной рукой тяжело ехать. Во, ребят, красиво, как будто на лодке. Ребята, просто сегодня дождь пришел. Пошел, он не пришел. Давай я сзади. Не, я не могу. У меня не как у тебя колеса. Это наша собака. Ну, можно сказать, не наша, но она, мы ее кормили. Она, кстати, уже нам благодарна и всегда... Начинаем быстро ехать, ребятки. Блин, как красиво. Поехали, газуй. Походу навещается еще один дождь. Но все равно. Все. Так. Так, давай камеру мне. Становись, давай камеру. Давай, на. Камера передается администратору этого канала. Показывай дорогу на себе. Вот, ребята, вот дорога, а вот заброшенный склад. Давай уже подержу, ты не сможешь, положим. Вот. Давай. Не, подожди, я поеду. Ребята. Ну, поехали, ребята, в общем. Ребята, не понял я. Да. Ребята, погнали. Просто я на вас не могу посмотреть. Просто этот лужа. Могу проехать по луже. Еще врезаться. Ну да. Давайте вот так. Ну тут изи. Ребята, в общем, вот так. Подержу и еду. Вот так. Просто вот так. Геть. Подписывайтесь на Контендер канал. Кстати, кто все равно может быть, ты оставишь ссылку на мой канал. Ну, может быть. Ну давай, да, оставлю. Хотя у меня больше подписчиков. Ну ладно, когда не оставлю. Но все равно, ребята. В общем, ребята, набираем 11 лайков, и я снимаю. Еще один такой же челлендж, но только другой челлендж. Ну не такой, а другой челлендж. Погоди, стой. Мы там уже будем играть там. Вот, ну, в общем, посмотрите, для вас это будет. Давай камеру, я покажу. Короче, ребят, вот Йога-Кролл-велик. Вот наш, кстати, в его видео вы видели вот эти из Фикспрайса. Так, ребят, ворота. Открываем, проезжаем. Давай камеру. Давай ты едешь. Нет, давай камеру. Вот, ребят, вот и Контендер. Да, ребят, у нас да. Почти, если еще. Слышь, у меня такая идея. Ребят, тут была раньше авария. Тут
Да, видите, сколько стекла. А? Ребята, фу, говорю. Ну да, ребята, смотрите, вот сколько. И вот заброшу. Это вообще мало. Вот, ребят. Вон. Когда мы вернемся назад, конечно же, да, поедем, да, да, мы вам покажем. Давай я вот так сейчас мое лицо... Подожди, дай мне, я тебе что-то хочу сказать. Давай тут велосипеды отпустим, чтобы там грязно. Чтобы колеса, вот видишь, у меня смотри, какие. Смотри, видишь, там где-то вот там остановимся. Где вот там, где да. Вот это вот. Поехали. Ну, не, поехали. Поехали, ребята. Вот, ребят, я сейчас тут... Да, чтобы грязи не было, колесо просто вообще. Все, останавливаем велики. Вот тут. И едем. Я покажу, конечно, покажу. Да, еще одна лучше, смотрите. Вот собака. Ой, видите, мы ее, собаку. Кстати, кормили. Да, кормили. Он офигенный собак, прикиньте, у него у меня вот такой собака идет, нападает, он его вообще, он его оборвал. Вот, ребята, вот он идет. Давайте пока что я вам собаку покажу, а потом. Вот, ребят, смотрите. Кстати, лестница. Да, ну и... я не. Я просто, ребята, боюсь. Я один раз. Вот, ребята, он вообще агрессивный. Как скажите в комментах, какая собака похожа на лафу, говорю, на хайского или нет? Или на волка. Мне просто кажется, что он на хайского. Пишите в комментах. Пошли покажем сначала. Вот, ребята. Вот. Тут был. Так. Вот тут все сторонник. Перекиньте. Тут вообще офигенность. Вон там еще тут что-нибудь. Вот если видите. Вот, ребята. Пошлите. Пошли. Вот, ребята. Вот тут тогда был собака. И вот этот номер, зачем тут на зафиг? 87-й год. Понятно. 47-й год? 87-й. Все понятно. Это дома! Бухать есть! Ребята. Закрыто, ребята. Что ты за... Вот, тут на окне... Да не палка. Да и что, пошли. Тут никого нет, пошли. Кто-то закрыл дверь и свалился. Ребята. Вот такой у нас этот получился. Вот тут вот эти были. Тут вот эти. Вот так, ребята. Ну, в общем, ребята, сейчас мы еще поедем. Это еще не все. Это еще начинается. Мы идем до велосипеда. Вот мы продолжаем. Мы уже садимся за велосипед, потому что уже скоро дождь пойдет. Ну да, ребята, просто мы шли, у меня телефон просто упал. И я выключил сразу, а потом я выключил. Ема у нас грязная все. Давайте. Сейчас поднимусь. Сейчас еще надо. О, собака кайфовая. Кто нравится собака, ставьте лайк. Еще раз говорю, набираем 11 дней. 12, давайте 12 лайков. 12 лайков набираем. Я снимаю еще такой. Я вам уже сказала. 12 просто. Все, погнали. Давай.
Контендер, давай. Давай, я тебя подожду. Слезай. Поехали. Давай камень. Не, я поеду. Ребят, давайте. Кстати, можешь такой трюк повторить? Сейчас. Ну, давайте. Ага, да, это изи. Давай. Ну, давай, остановись. Сейчас. На камеру. Сейчас позырим на камеру. Давай, давай. Ребят, а вы можете такие трюки? Ну, это даже не трюк, да? Это не трюк. Остановись. Если вы можете такой трюк повторить, то можете снять видео про этот трюк, написать его как кровь в комментариях, да. И он вам ответит, вы видео отправите. Да, да блин, почему я всегда говорю трюк? Это не трюк, короче, ребят. Ну, повторите это изи. Ребят, давай, давай. Так, на ходу бери. Позырим. А вот этот же трюк. На. Все, ребята, это не все, еще продолжается. Погнали. Ребята, чуть-чуть я не врезался. Если бы я врезался, тебя был. Ребята, давайте дальше поедем. Давай, едем. Куда едем? Это наша кошка. Это я наша. Не, ничего. Поехали. Давай сейчас разгон максимально. Ну, давай, подожди. Давай, мне, я умею. Давай. Собака грязная. Это где наша собака? Наша? А, вот. О, давай, давай, давай. Иди ко мне. Вот видите, боитесь, когда. Давай, чтобы разгон взяли. Ну, давай. Ну, как я тебе сейчас придам? Давай, давай. Вот, ребят, смотрите. Поехали. Ан-дан-дан. Как будто на мопеде, ребят. Без рук. Осторожно. Блин, тут вода, ребят. Тут вот такая вот, да. Офигенно было. Давайте, ребят, кое-что погнем. Давай площадку на. Не, площадку. Давай еще раз сделаем. Че, а? Еще раз. Поехали. Обратно, ребят, идите. Ё-моё, тут кочки большие. Мы едем в соседнее село. Давай мусику там. На, мусика. Ты можешь? Во, ребят. Красавчик. Ну чё, разгон? Ребят, давайте я пойду. Вот, ребят, да. Сейчас поворотик делаем. И. Да ладно, 70 получается. Делаем поворот, ребят. И прямо за Йококро едем. Жалко, что не снял, как ты упал. Да. А мы же все равно не в гонке. Поехали. Арон-дон-дон. Дарарон.
Арандандон. Дарарадон. Арандандон. Дара, гуси. И собаки. У тебя шапка. А, сиденье. Сиденье купал. Сюда газуй. Ребят, вот такая штучка у него упала. Кстати, она была у него в видео, которое в Фикспрайсе. Он ее не может затянуть. Не знаю, как. Она упала. Ребят, короче, произошла трагедия с его велосипедом. Но это не страшно. Починить очень изи. Вот, ребят. Вот, ребят, ну как я никак не понял. Тут у него он изи стоит. А тут... Вот она еще отсюда вышла. И еще сиденье. Ладно, ребята, не заходи. Ладно, завтра починим. Зато наполовину трюк удался. Давай, ставь на паузу. Ребят, короче, эта собака украла сидельник. Накладку на сидельник. Красава. Ребят, короче, трагедия неизменяемая. Ну, трагедия идет. Ребят, короче, вот что еще хуже случилось. И вот еще там вот эта штука. Ну что, ребят, давайте, наверное, закончим это видео. Не закончим. А, он еще не хочет Ну тогда продолжаем кататься. Ну, поехали. Рон-дон. Ребята, если он не починится, то я... Он закрывает свой канал. Нет. То я его даю, как там, в свалку. Ты что, дебил, что ли? Да, зато деньги заработают 15. Какой 15? За сколько там? Минимум тебе 5000 дадут. Какого нахуй хрена 5000? Он для новых. Не видно, что он новый. Ну, новый, видишь, видно. А-а-а, я его почистил, а потом... Сюда, чистота не главное. А вот это, она у тебя наполовину сломана. Вы это видите, общем, ребят, как я, если он не починится, то я останавливаю, к сожалению. Ладно, ребят, а мы поехали кататься. Да. Ребят, а мы продолжаем кататься, можно сказать, на наших байках. Поехали. Это не байк, это уже какой-то. Это уже у тебя чермет. Если починят, то... Вау, снял. Так, ребят, берем разгон и едем. Давай без рук. Поехали. Ребят, сейчас попробуем до оттуда без рук поехать. Ребята! Вау! Ну, конечно, я уже взял в руки. Так что... Да не, мы просто видео снимали. Ребят, мы продолжаем. На нас. Круто! Короче, бабушка с нами разговаривает уже 10 минут, и мы не могли включить видео. Она какую-то историю говорила, что народ не может чистоту придерживать. Ну, кстати, это реально, ребят. В комментариях напишите хэштег «придерживать чистоту». Давай последний круг, и по домам уже холодно. Нет, давай записывай. Ё-моё, у меня внизу велика. Видите, как он, видите, как уши вот так сделал, пришёл. Она подумала, что, типа, я в опасности. Да. Вот, привет, блин, ещё это выдёргивать. Давай. Всё, ну давай быстрее. Ещё почти. Ещё трюк, мы поедем дальше снимать.
Так. Ну что, поехали. Поехали. Последний круг делать, и мы пойдем дальше снимать. Поехали. Поехали. Опа. Сейчас. А я хочу забыть. Ё-моё, собаку чуть не забыла. Ребята, тут максимальная скорость. Блин, не заснялось. Я далеко. Ладно, поехали. Ребятки, продолжаем. Поехали, еще покажем. Помните? Сейчас. Помните, когда я сел? Тот видео, который я сказал. Вот так сел. Вот там видели. Я не видел. Ну, ты не видел. Я не всегда тут не был. Вот помните, когда я сказал. Блин, можно побыстрее? Там большая собака. И там, оказывается, там большая собака. Короче, он сказал, что там, оказывается, большой собаки нет. Понятно. Вот площадка. Показывай площадку. Да, показывай. Ты мои мысли читаешь. Какие я твои. Мы же, блин, все-таки братья. Блин, точнота меня не держит. О, хоть немножко. Блин, сложно одной рукой тут ехать. Поехали. Кочка. И давай едь. Вот тут помягче, кстати, ребят, ездить. Как будто мы наш весь поселок показываем. А ты вроде показываешь. Ну да, я это Ну, конечно, трюки очень классные. Повороты не вообще делают. Там козы. Остановись, сейчас покажу коз. Поближе мы не можем подойти, потому что они могут ударить. Вот они. Поехали. Кто любит животных, пишите в комментах и ставьте лайк. Поехали. В конце, ребят, мы покажем наши колеса. Какие они грязные. И которую мы чистили. Очень трудно. Ребят, на самом деле мы едем, ребят, на площадку. Фух, ребят, тут уже телефон выключается. Он, походу, уже встал. А ему пофиг на всех. Блин, ну не знаю, мой брат я и согласился снимать. Но, блин, я устал, а он все хочет показывать. Кочки. Хотя еще какие он. Блин. Это вообще. Давай телефон. Наконец-то. Вот, ребят, вот и площадка. Это заброшенный магазин. Да. А вот собака. Если нравится, то все. Если не нравится, то все круто. Вот. Когда? Не знаю. Это еще раз тогда. Летом это может быть. Давайте. Я думаю, прокатимся. Вот это.
Давай сниму сбоку. Давай, вот прям лужа тут. Давай, едь быстро. Я боюсь. Ну не боюсь просто. Ну, блин, да. Все, мне повезло. Что? Тебе не повезло. Давай, едь, едь. Нет, ты не поехал. Жулик. Ребят, давай делай заново. Ты жулик. Катись давай. Давай катись. Давайте подтолкнем его. Давай руку. Прокатился. Ребят, пристает к любимому. Залезь туда. Залезь туда. Ай, ребят, блин, так скучно. Чё? Ребята, я вам показал, как, чё, чему. Ну, в общем, давай я вам всё покажу, как это всё делать. Нормально, покатаемся. А потом туда. Нельзя, уходи туда. Туда иди. Опять представят, ребят. Ребята, это догонял. Нельзя кусаться. Ну, в общем, ребята, на этом видео заканчивается наше видео. Нельзя. Залазивай сюда. Ах, тебе не обидно. Ребята, в общем, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, набираем 15 лайков. Да, 15 лайков. Я снимаю челлендж, еще один. Ну, не челлендж, а такой же, только другой. А всем пока!